Так, друзья, я все-таки выяснил, где у нас располагаются все наши детали, которые нам необходимо выполнить, а именно найти три детали для монстра Маккуина и верните их Луиджи. Все три детали располагаются. Первую деталь мы с вами подобрали практически сразу, как только начали выполнять, она была недалеко от Луиджи. Вторая же запчасть хранится вот за этим складиком. Так, сюда. Так, и третья деталь, если я правильно запомнил, то едем сюда, в нашу пустынную гонку, там, где мы первый раз с вами гонялись, с кем там гонялись, с доктором, с фанатами. Так, погодите, что-то не туда выехал. Нет, вот сюда едем дальше. И здесь у нас с вами будет третья деталь. Сюда едем, едем в далекие края. Опля! Смотрите, и теперь давайте посмотрим, что у нас написано из задания. Найдите три детали для монстра Маккуина и вернитесь... И верните их Луиджи. Сейчас я кое-что забыл сделать, извиняюсь. Пару секундочек. Так, сюда нажимаю. Все, поехали. Извиняюсь. Так, отлично, мы нашли все три детали. Теперь едем к Луиджи. К Луиджи поехали. Так... Путь до Луиджи. Блин, а мы обратно не сможем завернуться тем же путем к Луиджи. Нам придется немножко кругаля давать. Фига, у нас он как разогнался просто. Наша молния Маккуин. Давит на газ и... Да, прыжок не помог. Я надеюсь, свои фары целы, чувак, которых у тебя нету. Так, в теории у нас собраны все три запчасти, и нам осталось только лишь сделать одну единственную маленькую вещь, это... Как поживаешь? Шикарно. Смотрите, что у нас доступно с вами, ребята. Ух ты. Так, отлично. Башня Шип де Резини. Погодовы? Вау, ребята, это потрясно. Так, у нас с вами появились, насколько понимаю, новые сюжетные режимы. Давайте посмотрим, что у нас написано на эскейпе. Пройдите первые три уровня шугания тракторов. Окей, шугание тракторов. Первые три уровня шугания тракторов. Привет. Так. Какой ты мерзкий автомобиль. Так, это у нас гонка нашего вот этого типа. Мы на нее не поедем. Ну, в таком случае мы отправляемся вот туды. Туды с вами отправляемся. Тракторов. Наверное, вот это или нет? Ничего не почувствовал. Блин, так ужасное управление вместе с ними. Пройдите 9 уровней топливной лихорадки. Топливная лихорадка у нас была, поэтому мне интересно. Привет! Классный у вас городок. Сельский такой, но чистенький. Ну, в общем, ты меня понял. Клёвая краска. Вау, мы готовы? Я лично готов. Так, я тоже хочу побыть монстром. Поехали. Привет, Мэттер. Привет. Ты снова вырос? И как тебе это удается? Это просто шина и оснастка. Нашел это все в пустыне. О, я бы тоже хотел побыть монстром. Почему бы и нет? Там на пустыре такого добра полны-полно. Уломаем сержанта, возьмем у него металлоискатель и поищем как следует. Как тебе идея? Значит, я могу стать монстром тоже? Конечно. Ужасный тягач-монстр. Итак, задание. Я тоже хочу быть монстром. С помощью металлоискателя сержанта найдите
6 деталей для монстра Метро. Включите металлоискатель кнопкой 0. Следите, чтобы стрелка показывала вверх. Следите за шкалой топливо, тепло-холодно. Она показывает, как далеко вы от цели. Нажмите на правый кэтрил около детали, чтобы поднять ее. Ну все, и поняли. Так, интересно. О, во-во-во-во, там какой-то есть север-юг. Так, насколько понимаю, у нас сейчас будет сбор деталей. Ой, привет. Это такой маленький чувак пришел. Классный у вас городок. Сельский такой, но чистенький. Ну, в общем, ты меня понял. Вау, смотрите, а стрелочка у нас, оказывается, меняется, да, местами? То есть она все-таки куда-то нас ведет. Или нет, я ошибаюсь. Ну все, я на месте. Я на месте, и как мне взять деталь? Или я не на месте, нифига. Давайте сюда еще. Смотрите, вот, ну я здесь. Нет, нет. А, вот, все, я понял. Идем на следующую деталь. Правая кнопка мыши, это меняет деталь, вот этими местами, на которые мы идем. Так. Так. Отлично, вторая деталь. И третья деталь у нас будет где-то здесь недалеко. Потрясающе. Я даже буду просто на правую кнопку мыши зажать и его и на кэтрел правый. Ну ты злюка. Вот это хром. Должна быть где-то здесь. Оу, я. Так, мне звонят ребята, я им, наверное, скажу тихо, нельзя мне звонить, я сейчас занят. Так, поедем дальше собирать наши запчасти. Интересно, а что за шкала топлива, я не понимаю пока что. Шкала есть, то есть тепло-холодно, у нас холодно пока все. Вау, мы почти туда заехали, вот мы монстры. Так, ладно. Да ё-моё, а вы прям со всех сторон звоните. Так, я отклоню вызов, все-таки я занят. Так, сюда. Воу-воу-воу-воу-воу. Здесь, здесь, здесь. Отлично, еще одна запчасть собрана. Нам осталось совсем чуть-чуть. Едем с вами вот туда. Взяли, даже не напрягались. Так, рядышком, 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 рядышком. Мы сможем так просто... Оу-е. Уху, ребята, смотрите, что у нас есть. Где-то здесь должно быть. Ух, да, это именно здесь. Давай. Оп. Где-то здесь. Шикарно. Мы собрали 6 деталей. Вы нашли все детали для монстра Метро. Отвезите их к нему домой. Окей. Везем их домой. Тут. Так, а Метро... Так, это ты у нас тут, да, Метро, живешь? Как поживаешь? Шикарно. Так, выберите игру создания монстра Метро. Окей, создаем монстра Метро.
Привет. Вы мэтра не видели? Он должен был зайти к вам за шинами. Мы сделали что-то терибле. Ужас. Мы создали монстра. Монстра мэтра. Я мусорный пресс! Мэтр, что ты делаешь? Я Монни, я монстрю! Ой, я дом сломал! Уй-ху! Я сломал дом! Я лесовоз! А где же ты теперь будешь спать? Какая разница? Все равно он мне мал теперь. Ну, если снять шины, то был бы не мал. Зачем? Такие шины я не сниму. Никогда. Тиганозавр! Агр! Кажется, я сделал глупость. Так, отлично, с заданием мы справились. Давайте посмотрим, что у нас рядом хранится за предстоящая гонка. Так, пройдите первые три уровня шугания тракторов. Новые мини-игры. Так, хорошо. А что нам предлагают сами задания? Вернитесь к новым гоночный штаб Маккуина, чтобы принять участие в финальной гонке. Так, хорошо, тогда я думаю, мы все-таки пройдемся все-таки по шуганию тракторам, посмотрим, что это представляет из себя, и после этого мы с вами... Рынемся. Так, напугайте все тракторы. Не попадайтесь на свет и берегитесь Фрэнка. Так, ехать вперед. Ух ты, ехать-то надо будет так. А Д. Напугать трактор сюда. Понятно, хорошо. Упс. Эй! Так, немножко управление. Управление не самое удачное. Так, я хочу... я хочу сюда... Ох! Так, не назад надо ехать, значит. Оп. Оп. Кто за нами едет? Он нас поймает? Нет, не поймает. Так, управление ужасно. Так, сюда давай. А, все, я понял. То есть он играет здесь по принципу... Все. Немножко другого плана управления тут. Так, надо немножко поближе подъехать. Мы за деревом спрячемся. Мы не палимся, ребят. Так, сюда. Так, немного спрячемся сюда, подождем в кустиках. Ах, у нас еще и время идет, шикарно. Управление мне не особо тут нравится, не очень оно удобное. Нифига, к нам повезло, ребят, куда он поедет? Налево, направо, направо, налево, он прямо поехал. Потрясающе новость для нас. Так, сюда едем. Так, и последнее. Все, последнее? Да. Блин, а ради этого стоило попасться. Так, мы выполнили или нет? Вы попались, мэтр. Далее... Не подходи к Фрэнку! Он гостей не любит! И в свет его фар не попадай! А, сыграть заново, либо начать... Давайте я хочу посмотреть, как у нас будет финал сыграться. А, сыграть заново... Не подходи к Фрэнку!
Он гостей не... Всего очков, переиграть уровень, да. Теперь мы более-менее ознакомились с управлением, нам уже будет попроще, так что поехали. Более-менее, но управление все равно говно. Оп. Я, видать, где-то здесь пропустил трактор или нет? А кого это в таком случае пропустил, если... Так, сюда и... Так, осталось два, всего два осталось. Просто управление на В стоит и оно капец как неудобно. Есть, мы выполнили все достаточно быстро. Ох, ни за что больше не буду повторять. А вот смеху-то! Ух, жесткое управление. Так, вы установили новый рекорд. Окей. Так, нам дали эту и продолжить. Да, конечно, мы будем отправляться с вами на финальную гонку. Да. Ну что ж, финал, так скажем. Там уже больше нет никаких эпизодов, насколько я понимаю. Так, выиграть эту гонку, чтобы пройти финал эстафеты. Гоу. Я готов, ребят. Поздравляю! Магнифико! Великолепный стадион! А вам, друзья, вам здесь нравится? Да, я рад, что вас собралось здесь так много. Готов поспорить, шоу того стоит. Эй! Ну что, готов к настоящему шоу? Это будет прекрасная гонка, белиссимо. Лишь одно меня беспокоит. Для тебя будет таким ударом проиграть. Но отдать победу я не смогу уж, прости. Другого я и не ждал. Поехали! Но прежде чем мы с тобой начнем, я хотел бы вот на что обратить твое внимание. Видишь вон ту красную ленту? Вижу. Кто придет первым, тот первым и поедет. Давай! Будет горячий. Ну что, ребята, вы готовы уже к финальной миссии? У нас будет горячая гонка, словом, молнии Маккуина. Вау, наши немецкие друзья, шведские друг и Испания, конечно же, наши Феррари. Ну что ж, я готов. Не готовы, ребята? Ахтунг, куда едешь? Ауч! Вау, вы еще и пинаться умеете? Круто! Обгонял. Чувак, не толкаться. Молния Маккуин уходит на первое место. И да. Чао. Небольшой тролло обязательно. Потрясающая трасса. Мне она нравится. Едем на гашетку, давим и все, нитро, все три запаса наших баллонов выпускаем просто. Ох!
Это самая быстрая гонка, наверное, из тех, которых были. То есть мне она больше всех нравится, эту финальную гонку. За счет того, что трасса просто великолепная трасса. А у них, походу, даже шведский друг опережает нашего итальянского друга, хотя в нашем мультике показывали о том, что он не готов выступать на даже первое место. Но он решил пойти на уступку ради такого дела. И шведскому другу он подумал, можно уступить. Вот это я люблю. Воу-воу-воу, поворот, еще поворот. И мы так потеряли дофига времени, на самом деле. Вот за счет этих нескольких поворотов. А именно около 4 секунд. Кстати, если так призадуматься, если на стадионе смотрят тоже машины, то данные гонки похожи на наши беговые. То есть мы в Олимпийских играх участвуем, тоже бегают ребята также. Точно так же вместо людей только машины все. Вот они соревнуются, кто из них быстрее преодолеет дистанцию. Ну, я думаю, можно расходиться. Ах, оу-е, ребята. Мы первые. С первого раза. И сомнений быть не могло. Да. О. Здорово, да, Джованни? Да, перфекто. Надо как-нибудь повторить, да, а? Непременно. Заезд надо повторить. Но вы видели, победил молния. Вы же поймите, солнце в глаза, мысли о родине. Условия были неравны. А шины, посмотрите, они совсем стерты. Мадонна, я не переживу. Кажется, придется повторить. Это самое малое, что мы можем сделать для Луиджи. Но можно устроить командный заезд. Ты и двое твоих друзей против меня и пары моих. Команда против команды. Идет? О, да. Ради Луиджи. Гвида, ты слышал? Конечно. Без наших болельщиков мы никто. Повтор? Это повтор, ребята. Ох ты, командная эстафета Луиджи и Гвидо, эта гонка. Ну, в общем, мы уже знаем все правила, мы уже не первый раз тут играем. Поехали. Наш второй будет, это наш доктор. Хорошо. Так, а где наш шведский друг, германский друг и так далее? Что-то я их даже не вижу. Они решили то, что они даже не достойны дать этой гонки. И они вышли раньше. Хотя, если подумать, наш итальянский друг, он пришел третьим. Если верить... Ну, ладно. Уи, сюда. Оу-е. Ну-ка, не расслабляться. Вау. Никак я неправильно поступил. Надо было... Осторожно. О. Я хрупкая гоночная машина. Наш немецкий друг, привет. Давно не виделись. Вау. Нельзя туда выезжать. Нельзя. Смотрите, а нашему доктору эта трасса прям нравится. Он на ней просто плывет. Это, блин, это великолепно. Для него как будто нету кочек и ничего такого, он просто по ней плывет, как корабль. Потрясающе. Так, передаем эту эстафету нашему следующему персонажу, а именно Мэтру. Потом я, а потом что? Ну что, Мэтр, нравилось тебе играть со своими колесиками большими? Я уверен, что да. Эй!
Давай, давай, мэтр, мэтр, ты можешь, да можешь. Все, что остается, это немножко нажать на газ и... Нифига у меня нитро как медленно тратится. 285. Твой лучший друг, звезда гонок, это что-то да значит. Да, мэтр, это тебе звезде гонок идет речь. Так, ну хорошо, пройден уран 4 из 4, все замечательно, сохранить, да, 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 конечно, я хочу сохранить. Итак, Кубок Радиатор Спрингс Интернейшнл подошел к концу, но у нас есть еще новости. В нашем городе появился клуб. Мэтр, вообще-то это не клуб, это гоночный штаб, где занимаются серьезными гоночными делами. Ладно, пусть будет клуб. Новый стадион, новый штаб, у вас огромные планы. Да. Похоже, придется расширять город. Это не поможет, поверь. Грация, молния. Мы отлично провели время. В свою очередь, я приглашаю тебя и твоих друзей на Европейский кубок. Будем ждать вас с нетерпением, рогация. Мы обязательно приедем и зажжем трек. Мы едем в Европу? А в каком это штате? Да прямо на том берегу. Да. Ну, я же плавать не умею. А теперь все идите ко мне, белиссимо, фото на память. Гуидо, у тебя все готово? Окей. Так, готовы? Все говорим... Все говорим арбуз! Арбуз! А мэтр у нас закрыл глаза во время съемки. В любом случае, друзья, мы с вами завершили прохождение тачки, новый сезон игры. И там вроде были какие-то еще некоторые моменты. Я посмотрю, если они действительно интересны, то я вам их покажу. Если нет, то смысла их показывать там особо нет. В любом случае, полное прохождение у нас завершилось. Спасибо, друзья, за то, что были вместе со мной все это время. С вами был Лит, удачи, до новых встреч и... Не забываем подписываться на канал, ставить лайки под видео, и всем будет счастье, ну и мне будет очень приятно. Всего вам наилучшего, успехов, скоро увидимся в новых прохождениях.